Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели радио «Шансон». Я от лица Большого Московского цирка и в первую очередь всех собак, потому что следующий год – это год собаки. Поздравляю вас с наступающим праздником. Я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы в вашем доме всегда было тепло, чтобы вас любили, чтобы вы любили, чтобы вы всегда улыбались, жили на позитиве, ни о чем не переживали и, самое главное, слушали радио «Шансон».